Человек – часть природы. Она его создала. Тысячелетиями, миллионами лет он впитывал ее красоту, смотрел, чувствовал, слушал. Затем все это начал воспроизводить в своих творениях. Как и у природы, у произведений этих бывают разные циклы, в том числе цикл распадания и обветшалости. Очень люблю высокие здания, высокие арки, высокие колонны, как вот эти. В акцентах ощущается пространство города, что строился он все же для людей, которые понимают, что такое величие и свобода. Все эти произведения в какой-то момент, созданные человеком, возвращаются в руки к нему же, чтобы он их как-то обновил, оживил, воссоздал, зачастую что-то переделал сквозь пройденный опыт.